Значит так, слушайте меня внимательно. Я расскажу вам самую страшную-престрашную историю про то, как все было хорошо-хорошо, а потом вдруг раз и стало плохо. Жил-был один очень храбрый мальчик, звали его Толик. Звали-то его звали, но дозваться никак не могли. Кричат: «Толик! Толик!» А нету его, потому что этот мальчик с утра до вечера стрелял в компьютерные игралки. Играл в компьютерные стрелялялки. Дома он играл на ноутбуке. Стрелял по монстрам из всех видов компьютерного вооружения. Когда мама и папа брали его с собой в гости, он играл на планшете. Верхом на виртуальной лошади гонял монстров, размахивая виртуальным мечом и пуская виртуальные стрелы. Когда ехали в автобусе, он играл на телефоне, крушил монстров всем, что под руку попадалось. А если у Толика все гаджеты забирали, он мог на калькуляторе играть. Это, конечно, не так интересно, как на компьютере, но тоже очень жутко. И так весь день напролет. Но сколько ни играй, а наступает ночь, и спать все равно надо. И вот заснул Толик, и снится ему кошмарный сон. Пришли страшные монстры из гаджетов и говорят ему: «Ну и гаджеты, ты нас мучил, гонял и стрелял из оружия. А сейчас, вундеркинд, мы тобой будем ужинать». Ну, как-то так. И погнались они за Толиком, а он от них погнался. Бежит и только успевает уворачиваться. А монстры не отстают и на ходу из всего, чего попало, Толика пулеметят. И места вокруг жуткие, сплошные развалины. Полюбуйся вот! Это ты своими взрывалками наши домики развалил и порушил, кричат монстры. И сейчас ты за это получишь. Хотел Толик в кусты спрятаться, да не спрячешься. От кустиков один пепел остался. Это ты здесь бегал за нами с горючей горелкой и все повыжег. Хотел Толик на дерево забраться, да все деревья повалены. Это ты с бензопилой нас тут гонял и все повыпилил. Неправда! Ничего я такого не делал! Это ты! Ты! С утра до вечера нам жизни не даешь! Но теперь-то мы тобой полакомимся! Совсем испугался Толик. Думает, надо заканчивать эту игру. Как здесь можно в меню выйти? Это ты у нас сегодня в меню. И тебе скоро не будет, кричат монстры. Ну, погодите, кричит в ответ Толик. Проснусь, питание вам выключу. Ты наше питание, гогочут монстры. Мы сейчас тебя по маковке выключим и слопаем. Совсем некуда деваться Толику. Окружили монстры его со всех сторон. Сел тогда Толик и заплакал. И на его счастье сел он на кнопку Escape. В каждой игре такая есть. И сразу проснулся. С тех пор Толик ни к каким компьютерным стрелялкам близко не подходил, а стал играть в совсем другие игры. В нормальные. Хоккей, футбол и прочий кёрлинг. После таких игр на свежем воздухе ничего плохого присниться не может. Вообще ничего присниться не может, потому что так набегаешься, что еле до кровати доползаешь. Ну, это после того, как еле до ужина дополз. И монстры компьютерные тоже зажили спокойно. Домики свои отремонтировали, подкрасили,
деревья посадили, кустики, цветочки. Красотища! Тоже с утра до вечера в футбол гоняют. Вот только иногда, поздно-поздно ночью, когда монстры спят, снится им Толик. Ужас!